осенью 2012 года мы бросили на основные задачи проекта, на новое управление и новую графику наших лучших людей. Перед нами была непростая задача. Нам нужно было не просто улучшить проект, нам нужно было сделать качественный рывок вперед. Графика у нас эволюционировала очень давно. Каждый аспект графики, можно так сказать, переделывался практически с нуля. Два основных направления, в которых мы работали, когда работали над новой графикой, это в первую очередь самолеты и во вторую очередь какая-то объединяющая картинка, которая в итоге должна быть настоящей. Одно из важных дополнений – это еще работа с камерами. Мы постарались сделать так, чтобы и во время игры, и на обзорных камерах самолет выглядел и красиво, и можно было с этими камерами играть. И это одновременно с тем давало очень реалистичную, красивую картинку. На данный момент уже в игре можно наблюдать такие вещи, как достаточно продвинутые шейдеры, которые используются в самолетах. Благодаря им можно визуально различать различные виды металла, они дают различные блики. Те самолеты, которые должны быть покрашены, теперь будут выглядеть как покрашенные. Те самолеты, которые металлические, будут выглядеть металлическими. Из истории. Для изготовления первых летательных аппаратов применяли ткань и дерево. Эти легкие материалы длительное время оставались основой для создания корпуса и обшивки. В годы Первой мировой войны немецким ученым удалось создать успешную модель цельнометаллического самолета. Во многом благодаря немецкому инженеру-металлургу Альфреду Вильму, который изобрел сплав дюралюмин. Конструкции стали легче, но появилась новая проблема – коррозия металла. Эту проблему решили в США в середине 20-х годов прошлого века. Дюралевые детали стали покрывать тонким слоем чистого алюминия. Так цельнометаллические самолеты потеснили деревянные конструкции в авиастроении. Игроки смогут почувствовать полет более реалистичный, более динамичный, больше погрузиться в атмосферу захватывающих боев на хищных таких вот стальных птицах. Второй аспект, над которым мы усиленно работали последние несколько месяцев, это управление. Мы знали, что у нас есть определенные проблемы. В первую очередь это касалось освоения управления людьми, которые не играли в самолеты, людьми, которые просто хотят играть в игру и получить удовольствие. Специально обученные люди делали очень много итераций и разных прототипов. На альфу, на бета-тест мы выкладывали даже не все наши попытки. Мы делали большое количество тестов, наработок, попыток, экспериментов. Мы пытались найти наилучший способ реализовать систему управления, систему физической модели полета. Из истории. Первая балансирная система управления была создана немецким инженером Отто Лилиенталем. Управление осуществлялось изменением положения тела пилота. Его вес составлял около 75% общего веса всего планера. Свой первый полет Отто совершил, просто поджав колени. На смену балансирной системе пришло аэродинамическое управление. Рули высоты со временем дополнили рулем поворотов. Крен достигался путем перекашивания крыльев. Элероны появились чуть позже. Все элементы планера управлялись мышечной силой пилота через систему рычагов и тяг. Увеличение скоростей и размеров боевых машин привело к появлению бустерной системы управления. Физические возможности пилота дополнились различными усилителями. Начали появляться системы, помогающие пилоту в критический момент, такие как автомат вывода из пикирования. Появились первые автопилоты. Все это привело к появлению автоматической системы управления, значительно облегчающей пилотирование. Однако любая система сохраняет возможность перехода на ручное управление, в котором поведение машины всецело зависит от навыков, опыта и интуиции пилота. Теперь между игроком и положением машины в пространстве стоит искусственный интеллект. Управление знает все про возможности самолета и ведет самолет так, как вел бы его опытный пилот. И все это позволяет делать четко фигуры высшего пилотажа, причем буквально играя одной рукой. Новое управление состоит из двух режимов. Боевой режим и штурмовой режим. Они отличаются между собой поведением автопилота, так и настройками камеры, через которую игрок смотрит на поле боя и видит свой самолет. В боевом режиме
игрок сможет управлять самолетом наиболее оптимальным способом. Самолет будет делать бочки, мертвые петли, имельманы, сплиты. Все в зависимости от пожелания игрока. Он дает хорошую обзорность, хорошее чувство машины и предназначен прежде всего для резкого, но точного маневрирования. Боевой режим позволяет нам совершать все возможные фигуры высшего пилотажа, при этом не задумываясь про именно тонкости пилотирования. При переходе же в штурмовой режим ракурс взгляда на самолет, управление подстроится таким образом, чтобы было наиболее удобно вести штурмовку. В нем абсолютно по-другому ведет себя камера. Она расположена под брюхом самолета. Это позволяет нам лучше видеть рельеф, лучше видеть непосредственно запуск ракет, бомб и прицеливаться на наземные цели. В этом режиме наиболее удобный будет полет у земли, уничтожение ракетами, бомбами, пушками. Скажем так, штурмовики заиграют по-новому. Этот режим также имеет под собой другие настройки искусственного интеллекта, который ведет машину более мягко, более безопасно. То есть игрок только задает направление, выбирает своей камерой цель, куда он хочет стрелять, все остальное уже выполняет бортовой компьютер. Самолеты летают по-другому. Они летают лучше, они летают динамичнее, они летают более элегантно. И все это, естественно, сказывается на контролируемости, на качестве ведения противника, на качестве управления своим самолетом, ну и в конечном итоге на результат.